из мясорубки вот такой вот светильник. Не выбрасывайте никогда, казалось бы, ненужные вещи. И не бойтесь фантазировать. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайки. Вступайте в наши группы в Одноклассниках и ВКонтакте. И обязательно подписывайтесь на наш канал. Мы хотим всех вас поздравить с наступающими праздниками и желаем вам вдохновения к жизни и творчества. Спасибо вам большое за то, что вы у нас есть.